Здесь у нас, ребятки, нет такой вот штук. Давайте вот здесь поставим. Ага, все. Пока что так вот. Давайте вот сделаем. Отлично. А перед просмотром этого видео не забудь подписаться на мой канал, а также поставить лайк этому видео. И чтобы не пропустить мои видео, нажми на колокольчик, а также прокомментируй, пожалуйста. Приятного тебе просмотра. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство. С вами, как всегда, Юра, и мы продолжаем играть в растения против зомби или Plants vs. Zombies. Так, ну что ж, ребятки, погнали, вон новые шарики, ребятки. Мы открыли, стреляют шипами, которые могут лопать шарики, ребятки. Мы открыли такую штуку для того, чтобы какой-то кактус, чтобы он стрелял шипами и таким образом помогал, ребятки, нам отбиваться от этих нехороших. Так, справички обязательно берем. Так, 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 давайте посмотрим, кого мы здесь еще можем взять, ребята. А нам здесь понадобится, ребятки, наверное, вот такой вот чувачок, вот такой вот. И давайте, наверное, возьмем все-таки кактус, посмотрим, на что он способен. Тумана, ребятки, нет. А, ребятки, туман все-таки есть. Ай-яй-яй-яй. Что-то я-то не подумал как-то, ребятки. Ну ничего, давайте будем расставлять наши споровички, ребятки. Надо было взять нам хоть этот. Взять вот этот светильничек для того, чтобы хоть понимать, куда мне, ребятки, ним светить. Потому что я абсолютно ничего не вижу, что происходит в тумане, ребят. Вот, мне уже, ребятки, говорят, что зомби пришли. Это уже, ребятки, нехорошо. Где они там, я не знаю. Плывет он или где он там идет. Мне же даже абсолютно не видно, с какой стороны он идет, ребят. Так, ждем солнышко для того, чтобы посадить, ребятки, второй подсолнух. А, вон он, ребятки, все, теперь я увидел, где он. Все, ребятки, второй подсолнух мы посадили. Теперь мы будем собирать больше солнышек. Не ешь моего споровичка. На тебе, я тебе за это застрелю. Так, все, отлично, ребятки. Все, забираем солнышки и пытаемся, ребятки, садить в разных местах споровички. Если бы, ребятки, не вот эти споровички, мы бы, наверное, и не смогли бы никогда победить нормально, ребятки. Так, давайте поставим второго споровичка. Так, второго здесь водяного споровичка. У нас водяные, ребята, споровички. И вот такие споровички, которые стоят здесь на суше. Они нам помогают, ребятки, справиться. Справиться, помогают со всем, что есть здесь. Так, отлично. Так, споровички, ребятки, давайте поставим здесь. Так, ждем солнышко для того, чтобы купить опять вот такую вот штучку интересненькую. Купить подсолнух, ребятки, потому что без подсолнуха реально вообще практически невозможно. Реально, споровички, ребятки, бесплатные, мне очень помогают. Так, отлично, отлично, отлично. Отлично, просто супер. Так, где еще, ребята, споровички? Ага, вот тут вот не хватает, все, понял. Все, так, отличненько. Так, давайте еще одного, ребятки, посадим. И, в принципе, можно уже будет готовиться к войне, ребятки. А даже два можно еще посадить, ребята. Так, смотрите, один здесь садим. Второй мы садим, ребятки, сейчас покажу, где. Так, здесь, здесь, здесь. А второй, ребятки, мы садим подсолнух тут. И, наверное, ребятки, пока, наверное, хватит с нас подсолнухов. Давайте будем выстраивать оборону. Давайте вот так вот подсолнух еще. Все, ребятки, теперь давайте выстраивать, ребятки, оборону. Потому что, реально, ребятки, вы видели, а у нас нету денег даже на кактус. Мы бы посадили, чтобы шел... Вот-вот-вот, а ну... О, все, ребята, отлично. Но таким образом все равно он нас, ребятки, съел. И это, конечно же, не привело ни к чему хорошему. Я только, ребятки, потерял подсолнух из-за него. Ну ничего, мы его восстановим. Восстановим, но, тем не менее, я лишился таким образом одного подсолнуха. Ну ничего, ребята, мы эти подсолнухи реально восстановим. Сейчас все будет у нас хорошо. Я бы даже сказал, все будет даже супер, ребятки. Так, все, давайте подсолнухи восстановим, ребятки, и начнем с того, что нам надо засаживать землю с паровичками. И не только, ребятки, с паровичками. С паровичками нам надо засаживать, да, одно. Надо нас засаживать вот такими уже штуками, горохострелами, которые реально уже будут отбивать атаку, а не просто так показывать, что они вроде бы есть и потихонечку стреляют. Так, ребятки, меня предупреждают, что приближается большая волна зомби, и мы будем сажать, ребятки, горохострелы. Так, это последняя волна, ребят.
И мы, наверное, начнем с горохострелов, а там посмотрим. Так, пока что вот так вот, ребятки. Так, ага, вижу. Идет зомбяк, ребятки. Но мы его никак реально не уничтожим. Пускай уже летит, ладно. А что же он летит, ребята? Ай-яй-яй, смотрите. А, нет, его летит. Все, понял. Все, отличненько. Все. Теперь мне все понятно. Так, ну все, здесь уничтожить паровичок тебя. Да. Так, отличненько, ребятки. Ну что ж, мы прошли с вами уровень и какую-то ромашку купили. Нет, это не ромашка, это какая-то... за 100 солнышек опять какое-то новое чудо. Сдувает туман на и зомби на шариках. О, ребятки, вот это мне нравится. Сдувает туман и зомби на шариках. Вот это нормальный чувак. За 100 рублей мы можем с вами сдувать туман и зомби на шариках. Так, ну что ж, давайте, ребятки, посмотрим, что это за сдувач такой, который сдувает туман и зомби на шариках, ребятки. Я думаю, ребятки... Поехали, дорогие друзья, посмотрим, что с этим всем делать. Так, сдувает туман, это, конечно же, хорошо. Сажай. Так, все, отличненько. Сажать мы начали, все нормально, вроде бы пока что у нас идет все стабильненько. Нам нужно солнышко для того, чтобы побыстрее насажать подсолнухов, которые будут их, собственно, ребятки, и вырабатывать. Так что сейчас мне уже скажут, ребятки, что зомби, собственно, наверное, напали на мой задний двор. Вот, видите, ребятки, все. Зомби пришли, я даже не вижу где. Ага, все, я увидел через туман, где идет зомби, ребят. И мы его сейчас с вами начнем уничтожать потихонечку вот такими споровичками. Так, нам надо срочно второй споровичок, потому что первого съедают. Ух, ребятки, съели споровичка моего. Это, конечно же, немножко несправедливо, но тем не менее, ребятки, зомби погиб, который так яростно пытался меня уничтожить. А там за ним сразу же второй идет, я вижу, через туман. И в него уже справички, ребятки, стреляют. Так, ну что ж, получаем солнышко. И получаем... Ставим, ребятки, третий справичок. Пускай здесь будет на всякий случай. Так, сюда вот такой поставим. Так, ребятки, где-то еще рычит зомби, я слышу. И где же он? Где же он идет? Мне пока, ребятки, через туман не видно. Но мои справички... А, все, увидел. Теперь я увидел зомби. Вот он, ребятки, уже практически подходит. Сейчас я вам покажу, где он, чтобы вы его увидели. А вот он, ребятки, посмотрите. Сейчас мы туда посадим еще, ребятки, справичка для того, чтобы его уничтожить, этого зомби нехорошего. Все, я думаю, сейчас мы его убьем все-таки. Так, ага, вон еще зомби идет. Я вижу. Я все, ребятки, вижу. Но его убили. Отличненько, справички мои его убили, ребят. Так, ну что ж, отличненько, мы с вами расставили практически везде уже подсолнухи. Сейчас посадим уже вот последние подсолнухи для того, чтобы вырабатывались вот такие вот штуки. Так, отлично, там зомбиков убивают потихонечку. Там орешек мы поставим, давайте с вами. Так, отлично. Так, тут поставили. Оборона здесь, ребятки, у нас есть. Так, здесь что у нас? Давайте вот здесь вот посадим по последнему. Так, и, наверное, ребятки, давайте посадим вот здесь вот по последнему подсолнуху. Ну, собственно, ребятки, все, давайте теперь высаживать, ребятки, оборону. Собирать солнышки, ребята, и где-то хавают моих этих. Ага, вот, я не там посадил, ребятки, этого споровичка. Сюда надо садить горохострела. Так, все, отлично. Так, это пока давайте оставим на потом, что ли. Так, давайте поставим пока орех, пускай орешком занимается. Потому что здесь будет две волны зомби, я вижу, ребятки, по карте, что зомби будут наступать и наступать со всех флангов. Так что нам нужно обороняться, ребятки, как только мы можем. Как можно быстрее, как можно сильнее, ребятки, выстроить нашу оборону для того, чтобы победить этих нехороших зомби. Так, давайте соберем монетки и поставим, ребятки, здесь горохострел. Все, чтобы везде у нас было по горохострелу, дорогие друзья. Так, наверное, ребятки, где-то летит все-таки этот, скажите, вот этот зомби, который летающий, который летит на этом. Где-то он летит, я чувствую, ребята. Только где? Там утка плывет. Так, а где же эти зомбики летят? Мне просто интересно, ребятки, где он летит, потому что... Так. Где же он летит? Ага, там идут зомбики. Вижу. Где-то на шарике, ребятки, летят зомбики. Но где, пока мне не видно.
Мы сейчас купим с вами, давайте, вот эту ромашку, которая все раздувает. И посмотрим. А, вот. Все, ребята, она раздула всех. Отлично. А, вон зомби нехороший, ребята. Это самый нехороший зомби, которого я когда-либо вообще встречал. О, он перескочил. Не туда, куда надо. Ай-яй-яй, ребята, посмотрите. Ну что ж ты будешь делать, а? Так, давайте здесь поставим ему еще. Что-то такое. Ага, и второй он идет. Вот это их больше всего, ребятки, не люблю. Вот этих чуваков с дельфинами. Вон он перепрыгнул, ребятки, и пытается дойти до этого. Но мы его сейчас уничтожим, я так думаю. Он, наверное, не успеет съесть. Все, ребятки, отличненько. Мы их уничтожили. Но, ребятки, у меня, я опять же, ничего не вижу. Давайте разбуем все. Все, чтобы хоть немножко увидеть, что здесь происходит. Так, отлично, ребятки. Выстраиваем дальше нашу оборону. Получаем здесь денежку. Отлично, просто супер. Так, здесь получаем. Он хавает моего споровика, ребята. Он тоже опять перескочил. Посмотрите, вы видели? Так, отлично, ребята, мы его накормили ядовитыми спорами, теперь... Ой-ой-ой, ребятки, нам надо, знаете что, нам надо срочно купить и поставить вот такую штуку, чтобы она отпугнула этого зомбика, который летает на такой крутой штуке, вы видели? Так, этот зомбик у нас, в принципе, убьется, и так... Так, ну что ж, ребятки, выстраиваем оборону дальше, погнали. Ай-ай-ай, вижу, увидел, прием, ребята, увидел, еще надо два солнышка для того, чтобы купить. Быстрее, солнышко, рожайся. А, не успели. Но хотя, если выкопать, ребятки, и поставить, то успеем. Все, успели, ребятки, отогнать зомби этого нехорошего чувачка. Все. Все теперь отлично, ребятки. А теперь приближается последняя волна зомби. Предупреждают меня. И мне, ребятки, наверное, надо вот сделать вот такие вот штуки. Так, и опять там эти нехорошие, ребятки, дельфины плывут. Да что ж ты будешь делать, а? Откуда вы просто беретесь, нехорошие негодяи такие, а? Так, ну что, ребята, собираем лучше на бомбу, да? Я так считаю, что... так, давайте сделаем вот так вот, давайте сделаем вот так вот, давайте поставим вот так вот. И будем собирать, ребятки, деньги на бомбу. Или мы и так их убьем? Я думаю, и так, наверное, их убьем. Все, ребятки, пока все идет по плану у нас. Так, все идет пока отличненько. И оборона у нас, ребятки, то, что надо. Ну, на всякий случай, ребят, можно даже купить вот такую вот штучку. Сейчас я вам покажу. Вот такую. Смотрите, мы ее слистаем. И... А, бомба не достала, ребят. Реально не достала. А, нет, мы и так выиграли. Ребят, а что это за кусок пирога мы с вами достали-то? Ребятки, мы с вами прошли уже этот уровень, и это просто круто, это просто отлично. Так, и мы нашли, ребята, тако. Ага, ребята, что вы собираетесь делать с тако? Это такой сэндвич, ребят. Так, хорошо. И что мне говорит здесь мой сумасшедший Дэйв? Ты нашел мой волшебный тако, продолжить. Я хочу тако, я дам тебе за него $1000. Да, такой мой, все, отлично, ребятки. Он дал мне $1000, почему я дал тебе так много денег за тако? Потому что я безумный. Ну, ребята, сумасшедший Дэйв, да, это, короче, круто. Загляни в мой багажник, может, найдешь что-нибудь. Хорошо, ребятки, давайте посмотрим. Ребятки, а мы за 5000 с вами можем купить либо горохострел хороший, либо хорошие солнышки. Ребятки, я предлагаю купить двойное солнышко, это просто круто. Ну, у нас будет два подсолнуха, и мы будем получать больше солнца с вами. А горохострел это уже такое. Давайте купим, ребят. И посмотрим. Сажай это на свои подсолнухи, чтобы превратить в двойные подсолнухи. Они дают в два раза больше солнца. Круто, ребятки. Ну что ж, давайте. Да. Все продано, ребят, мы купили с вами двойной подсолнух. А что это за игра такая? Я и мой приятель Харви раньше от него делать... били от нечего делать били вазы. Но Харви уехал из города, поэтому ты пойдешь со мной и будешь вместо Харви. Разбивай их как хочешь, Харви. Все, ребятки, а чем же их разбивать-то? Нажми на вазу, чтобы посмотреть, что внутри. А, все, я понял. Так, горохострел. А, они здесь поставили горохострел, ребята. Немножко неправильно мы с вами сделали. Но ничего. Надо было, ребятки, поставить его немножко не там. Вот так вот. Мы с вами сделаем, давайте, ребятки. Да, вот так вот, отлично.
Все, ребятки, а здесь тройной этот его сразу же убьет. И я прошел все, получается. Получается так, ребятки. Раз, два, три. Раз, два, три. А что он не разбивается? Так долго, ребят, реально. Реально долго. Его что, не разобьют никак или что? Что, три горохострела не могут разбить это поганое существо, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте убивайте его быстрее. Все, убивайте, стреляйте в него сразу же. Все, он умер уже. Все, отличненько. Все, ребятки, дружище, здорово. Ты сломал эти вазы, прямо как я тебе сломал хребет. Роясь в мусорных баках. Вот я принес тебе еще ваз. Не разбивай их слишком быстро. Ты же не хочешь остаться с зомби, которых намного больше, чем ты сможешь одолеть. Фух, ребятки, ну что ж, давайте, давайте, ребятки, посмотрим, что здесь. Так, здесь у нас горохострел. А здесь у нас, ребятки, вот такой вот штук. Давайте вот здесь поставим. Ага, все. Пока что так вот. Давайте вот сделаем. Отлично. Отлично, давайте сделаем вот так вот. Ай, надо было поставить чуть-чуть не так. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ничего. Мозги. Все, давайте будем вот так вот тормозить. И это, наверное, выиграет наши шансы на победу, дорогие друзья. Ну все, этот убьется сам. Тут зомби бегут, ребят, на меня. Вы видели? А, их сразу два убило. Это прикольно. Все, прошли мы, ребятки, с вами. Отлично. Отлично, продолжить. Должно быть это последнее. Разбей, и все закончится. Все, ребятки, вот этот Дэйв мне предоставил последние вазы, которые мне надо, ребятки, разбить. И, собственно, давайте начнем. Так, ребятки, я здесь, как всегда, Майкл Джексон. Пускай ест гриб. Все, он съел грибы и пошел хавать свои, да? Все, да, Майкл Джексон начал своих кушать. Ого, ребята, а там бомба, вы видели? Все, ребятки, отличненько, мы с вами выиграли. А это мы что с вами, ребятки, нашли за 125? Это что такое? Стреляет горохом в обе стороны. А, ребят, это даже когда, если прошел, мы стреляет горохом в обе стороны. А зачем горохом в обе стороны? Зомби что, могут нападать с обеих сторон? Я думаю, нет, ребята. Это просто мне так кажется. Это я понимаю, что в два раза больше солнышек дает, но... Он и стоит, ребятки, 150. Вы представляете? Двойной подсолнух. Зачем же мы его купили? Надо было купить нам лучше пулемет горохострел. Ну ничего, дорогие друзья, мы с вами продолжим обязательно в следующем эпизоде. А этот эпизод, дорогие друзья, подошел к концу. Я с вами прощаюсь. С вами был, как всегда, Юра. Вы были на канале Вечное Детство, дорогие друзья. Подпишитесь обязательно на мой канал, поставьте пальчик вверх и оставьте какой-нибудь комментарий. Также не забываем ставить лайки и нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видосики. Пока-пока, ребятки!